С 15 июня в стране возобновили свою работу различные учреждения системы обслуживания, в том числе вещевые рынки, торговые центры и рестораны, парикмахерские, гостиницы. Такое решение было принято ранее Республиканским штабом по предотвращению распространения COVID-19. Главным условием для возобновления работы субъектов сферы услуг является регулярная дезинфекция помещений, контроль за соблюдением социальной дистанции и выполнение других санитарно-гигиенических норм. Все объекты обязаны обеспечить регулярное обеззараживание помещений и контролировать соблюдение социальной дистанции, а посетители должны носить маски. С возобновлением деятельности всех учреждений, предприятий, рынков регулярно будет проверяться состояние здоровья работников. У всех сотрудников будет измеряться температура. В случае обнаружения симптомов заболевания работник должен быть временно отстранен от работы, и его дальнейшее состояние здоровья должно отслеживаться. При обслуживании клиентов персонал должен использовать медицинские маски, одноразовые перчатки и другие средства гигиены. Во всех организациях должна соблюдаться социальная дистанция. Перед приемом клиентов их места обрабатываются дезинфицирующими средствами. В пунктах обслуживания сиденья должны быть размещены на расстоянии 1,5-2 метра. Необходимые материалы, оборудование и аксессуары, используемые в процессе оказания услуг клиентам, должны регулярно обрабатываться в соответствии с санитарными требованиями. У входа в торговые центры и рынки у всех проверяется температура. К нормальному режиму работы возвращаются и больницы: клиника гастроэнтерологии, клиника Мансурова, больница, государственное унитарное предприятие «Таджикские железные дороги», Республиканский клинический центр сердечных заболеваний, Национальный медицинский центр «Шифобахш» и родильное отделение медицинского комплекса «Истиклол», которые временно занимались обследованием и лечением больных коронавирусом. Вернулись к деятельности по своему направлению. Заболевших COVID-19 будут принимать только две инфекционные больницы, специальное отделение Шифобахш в Карабало и два корпуса в клинике Истиклол. Несмотря на долгожданное снятие режима ограничений в Душанбе, главная задача граждан – помнить, что риск заражения вирусом еще существует, и все должны строго соблюдать правила личной и общественной гигиены. По официальным данным, с 30 по 15 июня в Таджикистане выявлено 5097 человек с диагнозом коронавирус. От этой болезни до сих пор в стране вылечено 3503 человека, то есть 68,7%. Наряду с этим до указанной даты в стране скончались 50 человек. По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, на 15 июня в стране 508 человек находится под наблюдением врачей. За последние сутки 94 человека выписаны после излечения. Напомним, что для предотвращения второй волны эпидемии коронавируса в стране усилен контроль за соблюдением профилактических мер. Зумрад Файзиева, Баудур Истам, Рано Азизи, Новости.